Привет, с вами Криптонист, и сегодня я хотел бы поговорить о обвинениях Ledger компании, которая на одной из конференций опубликовала уязвимости Трезера Вот на Reddit информация эта находится. Сначала был пост в Reddit, потом это все было оформлено вот в такую вот статью. Вся эта информация будет в описании к видео. И далее Trezor не заставил себя долго ждать. Спустя день он прислал ответочку, также на Reddit, как обычно, и весь этот ответ был оформлен в виде вот такой статьи. И мне очень понравилась статья. Я хотел бы подчеркнуть определенные мысли в этой статье. В первую очередь хотел бы ответить на вопрос, как нам, пользователям аппаратных кошельков, реагировать вот на подобную информацию. В статье перечисляются все эти атаки. Я их не буду разбирать. Мы это все пропускаем. Это неинтересно. В первом абзаце у нас написано, что ни одна из этих атак не применима удаленно. И все атаки, которые были продемонстрированы на конференции, требуют физического доступа к устройству, специализированного оборудования, времени и технических знаний. И далее приводится опрос, в котором мы видим, что всего 6% пользователей аппаратных кошельков переживают за физическую атаку на свой аппаратный кошелек. И здесь очень важно нам, пользователям, определиться, боимся ли мы физической атаки или нет, потому что от этого будет зависеть уже стратегия, которую мы применим для хранения наших средств. Дальше идем, и здесь есть очень интересная информация, что основная цель аппаратных кошельков была и есть, это защита криптовалюты против вредоносных программ, против компьютерных вирусов и прочих удаленных атак. Достижение идеальной физической защиты не является основной целью по той причине, что какой бы кошелек вы не использовали с десятью чипами с самыми высокими стандартами безопасности, все это можно разрушить элементарный. Как здесь написано, $5 Dollar rank attack переводится дословно как атака гаечным ключом за 5 долларов. То есть, здесь Satoshi Labs нам намекают, что вместо того чтобы злоумышленнику заводить лабораторию, получать знания, тратить время на кражу, тратить время на злом, тратить деньги на оборудование, можно просто встретить владельца кошелька с гаечным ключом за 5 долларов и вежливо попросить перевести деньги на его адрес. Вот от таких атак ни одно оборудование не может защитить. Наша главная задача это защитить все-таки пользователей и их криптоактивы от удаленных атак. Но если вы переживаете за физические какие-то атаки, то в комбинации с кодовой фразой и базовыми принципами безопасности даже физические атаки не могут быть применены к вам. И здесь я хотел бы немного подчеркнуть, что имеется в виду. Ну, базовые принципы безопасности имеются в виду, что не стоит разглашать посторонним лицам, что, вы сказали, что у вас есть криптовалюта, что у вас есть аппаратный кошелек, лишний раз не надо светить им при встречах. И на форумах, в онлайн-площадках да, тоже нужно соблюдать определенную аккуратность и внимательность И вообще меньше про это говорить И немного расскажу про кодовую фразу Кодовая фраза – это определенный пароль, который вы вводите в момент подключения аппаратного кошелька И ваш аппаратный кошелек генерирует уникальный, уникальный кошелек, исходя из того, какую фразу вы ввели Уникальный кошелек имеется в виду всю структуру все приватные ключи, публичные ключи, мастер-ключи, вот все это генерируется в момент, когда вы вводите фразу. И таким образом фраза она нигде не записана, и, и те ключи, которые вы вводите, они тоже нигде не записаны и не хранятся в аппаратном кошельке. Как только вы выключаете, отсоединяете ваш аппаратный кошелек от ПК, то все ключи автоматически удаляются. Можно сказать, что кошелек с кодовой фразой он используется во временной памяти аппаратного кошелька. И таким образом, даже если у меня будет вот Trezor One И а, я использую обычный Trezor One с кодовой фразой а, Сложный, например, где-то на символов 20-30 И мой кошелек украдут И украдет какая-то группа очень умных злоумышленников У которых есть а, целое здание с лабораторией То они ничего не смогут сделать Они не смогут взломать кошелек и украсть мои средства Потому что они столкнутся с проблемой тупого брутфорса, то есть тупого перебора данных. Им нужно будет перебрать мою кодовую фразу. Это бессмысленно, и это бессмысленная трата времени и инвестиций, потому что это может занять тысячи лет, десятки тысяч лет. Вот этот брутфорс, и, как правило, этим никто не занимается. Кодовая фраза также может применяться для защиты от атаки гаечного ключа. В этом случае у вас будет два кошелька, две фразы на одной фразе у вас будет 500 долларов, а на другом кошельке с другой фразы у вас будет весь ваш основной баланс. И когда такой нежелательный сценарий наступит, вы определяете, к какому кошельку вы дадите доступ. Естественно, к тому, на котором будет заранее заготовленная сумма в 500 долларов для человека с гаечным ключом. Еще один момент, о котором я хотел бы сказать, который связан с кодовой фразой. Если вы будете устанавливать сложную кодовую фразу, например, в 30-40 букв, это, ну, это предложение в принципе, то имейте в виду, что вам нужно будет это вводить каждый раз при входе в кошелек, при смене интерфейса, при, может быть, даже смене криптовалюты, вам нужно будет вводить эту длинную фразу, и причем не один раз, а два раза. И поэтому применять кодовую, сложную кодовую фразу на кошельке, с которым вы часто пользуетесь, на котором вы часто тратите деньги, наверное, это будет очень неудобно Но с другой стороны, это повышенная безопасность, то есть вы платите за вот эту вот супербезопасность некоторые доли удобства, это важно понимать Сейчас появятся ссылки на видео про кодовую фразу для Trezor и Ledger, если интересно, можете изучить эту тему более подробно и давайте теперь подведем выводы. Первый вывод, который я сделал для себя, это то, что это бизнес. То есть аппаратные кошельки, Ledger, Trezor и вообще индустрия аппаратных кошельков сейчас находится в очень сложном положении, потому что у них полные склады, они сильно снижают цены. Все цены на аппаратные кошельки снизились практически вдвое. То есть Ledger недавно снизил цену до Сейчас розничная цена, рекомендованная по России 5,990. Кипки раньше стоил больше 100 долларов, сейчас стоит 79 долларов. То есть им сейчас тяжело, потому что у них полные склады, и им нужно окупать все вот эти операционные издержки. И поэтому даже вот такие информационные атаки мы будем встречать и видеть. Просто нужно понимать, что это в первую очередь бизнес. Для пользователей Trezor следует понимать, что большинство из этих уязвимостей они применяются только при физическом доступе к кошельку, и у злоумышленника должно быть специальное оборудование, специальное знание и время. Если вы опасаетесь физических атак, то просто применяйте кодовую фразу. Если вы опасаетесь атаки гаечным ключом, также применяйте кодовую фразу. Такие информационные статьи, атаки, они будут и в будущем применяться. И на мой взгляд, что в таких ситуациях наиважнейшим фактором является источник информации. Если вы, например, пользователь трезора, то вы должны дождаться, естественно, официального ответа от трезора. То есть надо обязательно смотреть на источник. Поэтому подпишитесь на трезор, на Reddit, на его официальный блог и просто ждите информацию какую предоставит им производитель спасибо за просмотр видео ставьте лайки нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал если у вас есть вопросы пишите давайте обсудим эту перепалку которая возникла и увидимся на следующей неделе пока